В аэропорту Внуково на таможне задержали нелегальную партию из 46 айфонов. По зеленому коридору их попытался пронести гражданин России, прибывший рейсом Дубай-Москва. Незадекларированные 5-е и 6-е яблочные смартфоны были без аксессуаров и упаковки. Экспертиза показала, что это восстановленное устройство, подвергшееся ремонту. При этом подлинность гаджетов вызывала сомнения. После запроса российских таможенников компания-производитель подтвердила это контрафакт. Мужчина объяснил, что приобрел партию айфонов для дальнейшей перепродажи. Возбуждено дело об административном правонарушении.